За его плечами мировые рекорды в жиме среди юниоров и целая россыпь медалей международных турниров. Курянин поднимает вес почти в 3 раза больше собственного. Богатую коллекцию наград пополнила золото чемпионата страны. Эта победа стала первой для нашего атлета во взрослом спорте. В третьей решающей попытке Борис покорил штангу в 157 килограммов. Этого было достаточно, чтобы выиграть, но все-таки недостаточно, чтобы удовлетворить свои желания на эти соревнования, потому что планировал, конечно, побольше. Но думал сделать более 160, там 162, может быть 165. Но, возможно, это, в принципе, повлияло то, что я выступал еще 2 дня назад в экипировке. Возможно, просто не успел восстановиться, отдохнуть. Борис отмечает высокую конкуренцию на турнире. Среди участников были настоящие звезды спорта с мировым именем. Выиграть даже Россию в жиме лежа во взрослой категории, это для меня намного более ценно, даже чем выиграть первенство мировое среди юношей, среди юниоров, потому что спортсмены все-таки другого уровня. И даже если брать топовых чемпионов с тех времен, когда я выступал в классическом триборе, там на первенстве Европы и мира, на России все-таки конкуренция выше. Сейчас Борис готовится к чемпионату России по классическому триборью. Соревнования пройдут в начале марта в Туле. Станислав Костиков, Сергей Дорохов. События дня.